Хочешь бабок заработать? Видимо, нет. Ну, устройся ты охранником. Сиди и пиши там свои стихи. Я слышала, что ты в компах шаришь. Поможешь мне? Ты что, думал, придешь, подаришь мне свой сраненький букетик, трахнемся и наступит мир на земле? Где крипта? Майнить. Братан, деньги сейчас нужны? Без тебя разберусь. Понимаешь, сколько мы бабла поднимем? Мы все долги закроем. Завода одного партии экспериментальных стволов ушла. Вручай, Егор. Кто нас тут найдет? В этой ты дыре. Опа. Приплыли, пацаны. Пу-пу-пу. Такой только в кино бывает. Что, ты в ЗАГС собрался? Уже. Яга. Хана вам, щенки! Стволы где? Коллеги, давайте не будем портить этот прекрасный весенний дождливый воздух. Улетели навсегда. Братан, вот сейчас вообще не смешно. Нам с товаром в Москве завтра надо быть! Я что людям скажу? Мы все что-то бегаем, прыгаем. Дом, дерево, тройничок писать. Мы же сейчас по-настоящему заживем. Сила, она в деньгах, брат. Мне кажется, сила в правде. Для того, чтобы улыбнуться, человеку надо задействовать 40 мышц. А чтобы нажать один спусковой крючок, всего лишь 4. Дело это поэтом стволами торговать. На дорогу смотри! В нашем с вами мире, где отсутствуют семейные ценности, эти двое до посрачки друг за друга. Молодцы. На автомате. Я вот думаю, может, и не было никаких стволов, а? С 5 июня. Смотрите в новой видеотеке «Кинопоиск» в подписке «Картина ТВ».